костным структурам крепятся истинные связки. Их достаточное количество на лице. Истинная связка – это такая связка, которая начинается от кости одним концом, другим концом она вплетается в кожу. И представьте, вслед за изменениями костных структур у нас, конечно же, меняется положение связочного аппарата лица. У нас меняется положение связок. И выражается это как? Конечно же, мы видим носощечную борозду, мы видим носослезную борозду, мы видим брыли, мы видим носогубные складки, потому что мягкие ткани лица так устроены, что они следуют вслед за костями. Точно так же происходят там изменения. Вот посмотрите, у нас у пациентов брыля. Откуда вообще берется эта брыля, которая так мешает всем жить? А вот посмотрите, у нас в нижней трети лица есть подбородочная связка, передняя и задняя. Это истинные связки, которые крепятся одним концом к кости, другим концом вплетаются в кожу. И между вот этими двумя связочками образуется плоская площадка. Вы все это можете увидеть у себя на лице. Вот здесь плоская площадка, она всегда плоская. Какой бы пациент к нам ни пришел, даже с деформационным типом старения, площадка вот эта всегда плоская. А дальше идет брыля. Дальше брыля. Так вот, брыля образована именно изменениями в костных структурах. И плюс дополнительно у нас происходит изменение в мягких тканях лица, мышцы становятся атрофичными, связки держатся крепенько к костям, и плюс у нас еще происходит изменение в жировых пакетах лица.